Фейерверки «Дядя Гриша» представляет 8-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Только один день, 4 августа 2018 года, суббота, аэродром «Южный». Пиротехническое обеспечение, компании «Дядя Гриша», «Премьер Салют», «Орион А», «Фейерверк Мастер». Команды-участники, только профессиональные пиротехники. Город Смоленск, Российская Федерация. Город Минск, Республика Беларусь. Город Осло, Королевство Норвегия. Город Люянг, Китайская Народная Республика. Город Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация. Фантастическое шоу музыкальных фейерверков «Гранатовая россыпь». Большая концертная программа. Дискотека «Братьев Хэ». Вечеринка «Ретро ФМ». Алексей Ивчиков, драм-соло. Дмитрий Леонов. Группа «Все сложно», город Смоленск. Кавер-группа «Fresh Time», город Смоленск. Группа «10 марта», город Москва. Группа «Диско RD», город Москва. Группа «Твердый знак», город Гагарин. Кавер-группа «Jump», город Москва. Детская площадка, детские развлечения, аниматоры и аквагримеры, ходулисты и фокусники, мастер-классы, большая массажная зона от представительства Центра подготовки и развития массажистов. Спортивные соревнования на Кубок Дяди Гриши. Спортивные соревнования на Кубок Galaxy Park. Презентация автомобилей. Город мастеров. Большая зона общепита с разнообразием блюд национальных кухонь. Вход для детей до 12 лет бесплатный. Пользуйтесь городским транспортом, нашими автобусами с автовокзала и услугами такси. Количество мест на парковке строго ограничено. Билеты продаются в салонах Евросеть и на наших ресурсах. Подробнее на сайте www.zvezdopad.su.